Здравствуйте, мои дорогие. Вот такой у нас декабрь. С нулевой температурой, с ледяным ветром. Вон видите, во что участок превратился. Смотреть не на что. Ветер ужасный. Все выдувает из дома, несмотря на то, что дом каменный, стены там стенные, холодно, ужасно. А мне сегодня надо ехать на почту, отправить Ларисе Артамоновой посылку, да и поесть что-нибудь купить, потому что я сколько дней не выходила, сидела дома и все съела. Котенок рыдает, что я ушла. Он дома. В общем, вот такая вот зима. Не очень приятная. Спасибо вам огромное за добрые слова, которые вы мне вчера написали. Девчонки, я читала и разревелась. Спасибо огромное. Я всегда говорю, что мои подписчики самые добрые, понятливые, сопереживающие, все понимающие. Спасибо, девочки. Спасибо, родные. Вот вы мне прям помогли пережить вчерашний день. Спасибо еще раз. А я, мои дорогие, потихоньку впадаю в детство. Не знаю, вот так прям захотелось чего-то, какого-то рисунка такого из детства. И попалась мне как раз на глаза. Была у меня вот такая блузка с цирком. И вот такая коробочка с Новым годом, Рождеством. Это Косте дарили из Сбербанка. Она на магнитике такая, довольно-таки с такой веревочкой. Думаю, надо попробовать сделать. Но сейчас сунулась, не могу найти утюг. Только вчера с Костей об этом говорили, что когда мало места, все распихиваешь, распихиваешь, и в результате надо записывать, что куда убираешь. Вот дело-то в чем. Так что вот. Неглаженная у меня ткань. Ну ладно, вы меня простите уж за такое дело. Понятно, что и без утюга можно обойтись, но просто не так эстетично все это выглядит. Ну что, как обычно, ПВА. И вперед. Я, наверное, унесла утюг Калинки в дом. Ой, ну по такому холоду лишний раз на улицу выходить. Вот честно, прям. И вот так потихонечку разглаживаем. Приклеиваем. Вот. Ну, эта история-то долгая. Я вас, конечно, не буду мучить. А у меня почему-то на телефоне я пробовала ускорять. Ну, вообще что-то смешно как-то. Многого я не умею, конечно. Но... Простите, возраст все-таки. Вот, так что вот так вот. Вот, а то, что я вам говорила, что я вам очень благодарна. Вы мне, правда, вчера помогли пережить этот день жуткий для меня. Ну, мне Иринка звонила, Костя звонил. Саша работает, видимо.
ну, тяжелый день был. Я еще такая, мне кажется, я сама на себя нагнетаю. Прям жду этого дня. Вот зачем, да, жду-то? Переживаю, сама себя накручиваю. Но уже с этим я ничего поделать не могу уже. Человек такой. Вот, так что вот буду сейчас. У меня есть время до автобуса. 2 часа. Вот сейчас пока поклею. Потом поеду на почту. Кот у меня дает шороху. Я открываю дверь на улицу, он сразу у меня между ног проскакивает, выскакивает на улицу. Я закрываю дверь, он начинает горланить во всю свою глотку молодую. Пустите домой. Простите, пустите, не буду. Ну, в общем, короче говоря, вокруг все это буду обклеивать. А потом надо будет какие-то найти детальки подходящие. Правда, не знаю, есть у меня что-нибудь такое с цирком. По-моему, есть моновелосипед с одним колесом. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Люблю я коробочки обклеивать всякой ерундой. А когда обклеится, получается и не ерунда совсем. Вот. Ну ладно, буду клеить. Потом вам покажу. Одна еду. А нет, там молодой человек еще сзади. Какая охранник. Накинулся на мужчину ни за что, ни про что. Наверное, ему показалось, что он очень близко подошел к хозяйке. Маленький, смешной. Все, все, идет мама твоя. Ну вот, я в центре Черноморска. Видите, как отличается зима от лета. Вот изуродованная церковь, которую граф Воронцов построил для своей жены Елизаветы. В бетон. Это при Украине было. Так она и оставлена, и недоделана. Очень жалко. Вот, а это вот я хотела вам показать самую правильную и поэтому самую безопасную улицу революции. Вот видите, движение тут с одной стороны идет и с другой. А посередине вот такая дорожка для пешеходов. Очень люблю эту улицу. Никто никому не мешает. Ни люди машинам, ни машины людям. Так, ну а я, как всегда, на почту. Ой, смотрите, еще цветут желтенькие. Яркие такие. Привет, пацаны! Холодно вам. Холодно, маленькой. Ну ничего. Здесь зима не такая, как в Мурманске. Вот там бедным животным тяжело приходится, конечно.
Дом культуры, как после бомбежки. Но ничего, значит, отремонтируют. Посмотрим, чем обшивать будут. Видите, какое ветрище. С трех сторон море, конечно. Чего тут ожидать? Вот такая вся зима. Все пожухло. Ни красоты, ни радости. Надо же, и совы улетели от такого ветра. Где-нибудь попрятались, наверное. Лариса отправила посылку. Ой, как я люблю ходить на почту в Черноморском. Девчонки такие хорошие. Прям вот и работают быстро. Вроде очередь была. Быстренько. Раз-раз и все. Ну что, надо мне в магазин. Пойду, наверное, схожу на цыганский рынок. Толик привез все. Ой, за интернет заплатила. Посылку отправила. Коту еды купила. Себе тоже накупила. Все. Можно опять идти дальше. Шкатулочку клеить. Смотрите, какой хорошенький. Ой. А я купила тут... Да ешьте, ешьте. А я тут купила печень трески. Штурвал называется, мурманская. Такое дерьмо. Вот отдала им. Косточки куриные, да. Растут, большие стали. Гладкие вон какие. Слушайте, толще, чем Макс мой, который ест весь день. Да ешьте, ешьте, ладно. Не буду вас смущать, Господи. Играли, играли. Вспомнили, что надо повылизываться. Надо его ошейником купить от блох. Вот так. Выспался парень. Видите, как у нас. И лижемся, и прыгаем, и все в кучу. Вот так. Да, парень, конечно, чересчур активный. Неожиданный, внезапный. От него не знаешь, чего ожидать. Ну, просто вот лежишь, да, ну, на кровати. Ну, чего-то там лоб себе почесала. Он может прыгнуть прямо в лицо. Просто потому, что рука зашевелилась. Не было у меня таких вот котят гиперактивных. Очень сложно с ними. Я как-то больше люблю, ну, видимо, ближе мне спокойные животные. Знаете, такие, которые не орут много. Вот это вот, вот Коба как-то мне больше подходил. А этот и поорать любит без дела. И уж больно он вот прям такой гиперактивный. О, какая у нас веселуха-то идет. Вот как мы, да. Да. Что там? Что такое? Поиграть хочется? Вот так.
Вот так вот мы играем. Боишься? Боишься? Вот, вот так вот. О, лапой бьет. Глупота. Играй своей игрушкой, да. Ой, чудик. Чудик ты. Ну. Only to move when the tide is